В поселенческой библиотеке Ленинского района в прошлом году уже проводили творческий конкурс для детей и жителей нашего района, посвященный Дню города. Но так как в сентябре видно и отмечает 50-летний юбилей, было принято решение придумать что-нибудь интересное и необычное. На ум пришло селфи, актуальный в последнее время вид фотографии, когда человек снимает сам себя. Так и родилась идея конкурса «Я и мой город. Лучшее селфи». Его задача – это проявить свои творческие способности, свое мастерство как юных фотографов, да, и найти, скажем так, нужный ракурс, чтобы показать не только себя, но и насколько вот хорош, красив наш город. Судя вот по интересу, мы думаем, что надеемся, очень хочется верить, что у нас будет много фотографий. Селфи конкурсантов должны быть сделаны на фоне знаковых мест нашего города. Здания, памятники, улицы, парки – все, что ассоциируется с видным. Участие могут принимать все желающие от 7 лет и старше. Распечатанные фотографии размером 15 на 20 предоставляются в детскую библиотеку до 22 августа. Далее жюри отберет победителей в 4 возрастных номинациях и в сентябре во время празднования юбилея города объявит призеров. Желая сделать эксклюзивное селфи, люди порой подвергают опасности свою жизнь. В погоне за такими фото бывают несчастные случаи, порой которые заканчиваются летальным исходом. Поэтому давайте делать наше селфи в безопасном месте. Работали над сюжетом и делали селфи Юлия Погосян, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.